Так. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Виктор, это канал Витёк Плей. Сегодня я хочу начать прохождение игры Ведьмак 2 Убийца Королей. Сразу скажу, игра очень кровавая, так что ограничение стоит 18+. Если вам тяжело смотреть кровавые сцены, пожалуйста, не надо смотреть это прохождение. Начнем с ролика, а потом играем. Поехали. Воистину нет ничего более отвратного, нежели монстры оные, натуре противные ведьмаками именуемые, ибо суть они плоды мерзопакостного волшебства и дьявольства. Это есть мерзавцы без достоинства, совести и чести и так далее. Аноним, монструм или ведьмака описание.
Прошло 6 лет с того дня, когда объединившиеся королевства севера разбили войска Нильфгарда в славной битве под Бренной. Север страдает от голода и болезней. Эльфы и краснолюды живут в изолированных резервациях. Все больше нелюдей бежит в леса, чтобы присоединиться к отрядам Скоятаэлей. Тимерии, таинственный убийца, покушается на жизнь короля Фольтеста и гибнет от руки наемного охотника за чудовищами Геральта из Ривии. Проходит месяц. Армия короля Фольтеста одерживает победу в битве на реке Пантар, положив тем самым конец гражданской войне. Тимерия, год 1271. Она. Куда-то бежим. Все. Интересное начало. А вот за нами кто-то уже пришел. Подземелье замка Лавалет. 3 дня после битвы. Пролог. Ну, шестерочки, идите к папочке. Вот холера. Так, а 20 аренов к дядюшке. Гляди-ка, проснулся. Рехнулся? Не входи туда! Да брось, он скован, что мне сделается? Правда, мастер Геральт? Еще бросай. Че? Кости не прокатились. Так я мухлюю? Ах ты, сука! Гляди, снова проснулся. А сейчас опять будут бить. Убийца-чудовищ, мать твою, обычный выродок. А я слышал, что ведьмаки получаются из сирот, которых маги ловят. Ну и потом это... А говорят, в полнолуние чародеи с ведьмаками сношаются. Вот и зенки у них блудливые. Хватит! Отцепите его и в комнату дознаний. Ты не умер? Нифига себе, он его знает. Меня так просто не убьешь. Он его, оказывается, знает. Ну, пошли в комнату дознаний. Кто это такой-то вообще? Полагаю, нас не представили. Вернан Роше. Странно, он сказал, ты не умер. Видимо, это враг какой-то, боюсь, которого он убивал. Боюсь, не могу пожать тебе руки. И как я не подумал? Бьянка! Бьянка? Ну-ка, сними покажись-ка. С него кандалы. Покажись-ка нам, Бьяночка. Ух, жопастая-то какая, а! Геральт из Ривии. Может, представишь нас? Нет нужды. Принеси нам выпить. Не сиди здесь с пересохшей глоткой. За бухлом отправили ее. Узкоглазый, в смысле, у него зрачки узкие в другом направлении. Ты расскажешь мне все, что помнишь о штурме и о том, что случилось в монастыре. А если я откажусь? Тогда придется тебя бить. Я командую специальным отрядом короля достаточно давно. У меня рука набита. Ты ведьмак. Выдержишь долго. Будем надеяться. В худшем случае ты вернешься в подземелье. А завтра
Тебя публично выпотрошат, сдерут кожу и повесят. Просто так? Ни за что? За Тимерию. Почетно. С чего мне начинать? Ой, это был долгий день. Начни с самого важного. Мне понравился. Просто так, ни за что. Так вообще выражение классное. Лица у него еще было. А начало штурма... Для начала скажу, что в бой идти мне совершенно не хотелось. Но что поделать? Отказать Фольтесту было невозможно. Ага. Какая быстрая загрузка. Я понял. Я просто сижу, да, меня спрашивают, какую-то историю расскажи, я ничего не знаю. А это такой вот прием, значит, мы будем узнавать саму историю, рассказывая ее кому-то. Интересненько. Ну, давай, вставай. Доски мертвы. Хрен с ними, с досками. Там голая баба лежит. Ух, ни хрена себе, ее нам еще и показывают. Ребята, я нашел ту самую игру. Мастер Ведьмак, вы спите? Какого хрена? Его Величество, Король Тимерии, Понтора, Махакама и Содана, сеньор протектор Бругге призывает мастера Геральта к себе. Передай сейчас буду. Я извиняюсь, что в такую рань, но король... Мы поняли. Удачного вам дня, госпожа, мастер-ведьмак. Да вы... Все носом клюет сюда. Жесть. Глупая война. А все так хорошо начиналось. Ну, милый. Короли не ведут глупых войн. А? Сразу видно королевскую советницу. Может, передать пару советов нашему августейшему монарху? Скажи, чтобы не влюблялся, не плодил больше бастардов и не воевал попусту. Гениально. Ты понимаешь, что эти бастарды могут потребовать себе трон и устроить более глупую войну? И все-таки... Да-да. Фольтест и остальные короли Севера, может, и не блещут интеллектом и хорошими манерами, но это короли, и других у нас нет. Только поэтому я сейчас пойду к Фольтесту. Но когда замок возьмут, мы уедем. Королевскую Весну советницу. Весну снилась дикая охота. Угу. Кажется, это очень важный сон. Но могу вспомнить только, как бегу через лес и дикую охоту. Я просыпаюсь, пытаюсь удержать сон. Вдруг в нем есть какая-то подсказка, какая-то зацепка, которая поможет вернуть мне память. Может быть. Сны обладают большой силой. Говорят, они могут изменить даже настоящее. Мало ли что говорят. Обычно на поверку все оказывается вздором. Поживем, увидим. Так, пойду. Не буду я с тобой трещать долго. Пора заняться похотливым королем и его войной. Стоит, наверное. Я скоро подойду. Похотливый король, его война. О, да. По воле короля. Короля. А можно с ней еще? А, можно еще. Трисса Меригольд, советница короля. У нас в койке, ребята, просыпается. Все завидуют. Желаем великого лептого путешествия, пишут мне. Что такое происходит? Война? У тебя еще планы? Так, цветок. Взять. Так, там как-то амулет можно использовать, насколько я помню. Z. А вот тут еще какой-то цветок. Белисса. О, здесь вагон цветков.
Так, куда идти-то вообще? Дойти до короля, вот, фиолетенько. Хуже фиолетенько, оранжевенько. И на этих лодках мы переправимся к городу. Так, что-то вот есть, смотрите. Чистотел. Неплохо так хреначит. Неплохо, говорит, так хреначит. Хрена себе, они тут окопы сделали. Окопы сделали дикие. Ну и так не нажимаешься. Замечательный день для битвы. Не бойся, твое превосходительство. Арбалетчики нас не достанут. А что так громко-то, елки-палки? Я не воин. Я предпочитаю скорее фехтовать пером и словом. Я выполняю роль посланца мира. Стор, ты эмиссар белого пламени, пляшущего на курганах врагов. Императора Нильфгарда. Он железом и кровью захватил с дюжину королевств. Принеся им закон, культуру и прежде всего мир. Я чуть-чуть приглушил музычку. Вот и ты наконец-то. Предатели уже смолу на стенах варят, а вы с королевской советницей все забавляетесь. Чем могу быть полезен, государь? Сейчас будет штурм. Я хочу, чтобы ты был со мной. Со мной, господа! Не заставляйте предателей ждать! Ой-ой-ой-ой. Чуть бревно, что ли, летающее? Корабли досягаемости. Это баллиста, твое превосходительство. Плечи усилены медными плитками, тетива из конского волоса. Болт летит даже на милю. Смертоносное оружие. И очень дорогое. Опытная прислуга стреляет до 2 раз в минуту. Но и тут есть свои недостатки. Ваше Величество, извольте укрыться. Отдача от выстрела бывает настолько сильна, что разворачивает баллисту. Попасть 2 раза в одно место невозможно. Я не знал, что Ваше Величество разбирается в военной инженерии. Не разбираюсь. 2 года назад я подарил баллисты баронессе на день рождения. Что ты скажешь о людях, которые живут, несмотря на такие раны? А что вы скажете, государь, о солдатах, которые наносят такие раны? Те, кто это сделал, уже заплатили за все. Мастер Геральт, смею надеяться, у нас еще будет возможность поговорить, когда утихнет битва. Увы, посол, я собираюсь покинуть королевский двор как можно быстрее. И отчего так? Позвольте узнать. Меня здесь часто принимают не за того. Как звать, солдат? Погоди-ка. Ты был со мной под Брянной и в Пондорской компании. Ха, Норман Садар, ты еще рядовой? Да, государь. Что-то мне судьба не улыбнулась. Ха, Норман Садар, за доблестную и верную службу жалую тебе звание десятника. Пойдемте дальше, господа. Нечего тут стоять. Вовремя. Его Величество меня запомнил. Какая честь! Ваше Величество, прошу простить мне смелость моего вопроса, но я вынужден его задать. Какая судьба ждет бастардов, когда... Это не бастарды! Это мои дети! Еще раз услышу бастард, кто-то об этом сильно пожалеет. Светлейший государь, прошу простить. Однако же законы наследования подразумевают необычайно четкую процедуру. Вкусно законы. Надо будет, поменяю. И я не позволю бунтарям использовать моих детей как знамя. Ваше Величество, вы абсолютно правы. Адда умерла, и других детей у меня нет. Понимаю. Разговор окончен. Ты можешь вернуться в шатер. Черные в моем лагере перед битвой. Куда мы катимся? Будь моя воля, отослал бы его в сморщенную башку императору Эмгэл. Но Трис Меригольд велела мне быть вежливым и терпеливым. Как по-твоему, у меня получилось? Так. Отлично, как всегда, и не слишком. Давайте не будем лебезить. Превосходительство аж вспотел от страха. Но это останется между нами. Ты все шутишь. Разузнал что-нибудь о нашем убийце?
Ничего нового, государь. Месяц уже прошел, а нам известно немногим больше, чем в начале. Это следствие ведет в никуда. Мои люди тоже мало нашли. Но мы отыщем виновников. Это вопрос времени. Теперь займемся битвой. Я хочу, чтобы сегодня ты был при мне. Потом можешь идти своей дорогой. Неужели я смогу теперь хоть что-то сделать? Куда бьете, мазилы? Солдат, трубу! А я тут зачем? У меня вроде как меч. Что ж там делается? Ого, это же граф Эчеверия! Держи, ведьмак. Бьем по тому с красным плюмажем. Полгода назад он клялся служить мне до конца жизни. Давай. Насколько поднимать? Да ладно, сейчас с королем вместе. Где тут с красным плюмажем? Я не вижу. Я не знаю, в того ли я стреляю. Снайпер, блин. Ух ты. Мимо. Попали в скотину. Готов. А, не, попал, ты смотри. Одним предателем меньше. Нормально. Со мной, ведьмак. Отлично, снайперский выстрел. Вот сейчас мы на этой штуке поедем, наверное, да? Давай, грузимся, грузимся. Ра-та-та-та-та-тай. За ним я так понимаю. Я готов простить Луизу. Пускай только преклонит колени перед своим королем. Очень благородно. Все издеваешься. А, неважно. Я уверен, что Луиза поймет, что совершила ошибку. Кроме того, детям нужна мать. Что-то я потерял нить. Все просто. У нас с Луизой был небольшой разлад. Она хотела от меня того, чего я не мог ей дать. Понимаешь? Кажется, да. Сразу нашлись такие, как графы. И баронесса позволила себя провести, как и любая другая мать. А эти только и думают, как бы ослабить корону и урвать привилегий. Горку хлеба, чарку воды. Я сделал чуть-чуть потише музыку, так что все должно быть теперь слышно. Вам остались кровь и розы, пот и слезы. Все по дружбе за кемерскую корону был приказ. Куда лезть-то так далеко? Ух ты ж, ни хрена себе, за королевской задницей вверх, как говорится. Здравствуйте, так. Солдаты! Здорово! Давайте помолимся! Да, здорово, король! Так куда мы, братцы, направляемся? В бой! Так что нам, братцы, нужно? Кровь! А, победа! Ура! Так, может, с офицером надо поговорить? Когда приедем-то? Слышь, шеф! Внимание! Мы почти пришли! Отлично. Оружие готовь! Так, где мой меч? Каким местом его доставать, извиняюсь? Опа-на. Идея с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты, в бою или на балу, у тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. Поначалу все шло гладко, пока мы не нарвались на Ариана Лавалета. Кто это такой? Оп! Так. Сейчас дверь открывается, а там шабла целая.
Это он, что ли, вот этот вот? Супер-пупер-мечник, наверное, да? Ух-ху-ху, наконец-то дали мне покромшать кого-то. Вот это мне нравится. Пленных не брать! Пленных не брать, отлично, всех закосили. Лорд Сексон, пробейтесь к центру и займите ворота. Отличный день для драки, ваше величество! Со мной, господа! Затемерию! Затемерию! Так. Лорд Сван, вы и ваши люди, за мной. Надо достать Ариана Лавалетта и сломить дух защитников крепости. Будет исполнено. Геральт, господа, со мной. Вперед! За славой! За Леной! Так, а где я-то? Ох, что-то прилетело. Отступать к ядреной матери! Куда прете, как стадо баранов? Хорошо стоят, сукины дети. Ну что, надо как-то обойти. Если так и дальше пойдет, они перестреляют нас, как уток. Есть мысли, что делать? Ну, конечно, баллиста вон. Баллиста нам поможет. Сейчас я сяду верхом на баллисту и улечу. Вот и все. Так, что делать? Вниз к баллисте надо как-то спуститься, да? Здесь как-то можно спрыгнуть? Нет, не дают. Это мой самый быстрый бег. Как-то ускориться можно еще, нет? Пошел я к баллисте тогда, да? Упс! Нету ничего. Ебать, Лили! Что он сказал? Что он с Лилими хочет делать, извиняюсь? Просто разрубил на части. Использование знаков. Чтобы использовать выбор знак, жмите Q. Так, в кого? Ну, давай. Эй, ты куда Q-то использовал? Тихо, тихо, тихо. У ворот. Кроши, кроши его, нарезай. Видишь какой? Ох, нифига себе. Вот это я сейчас по назовщину им сделал. Рыцарь Лавалета. Вот, тихо. Как вы понимаете, я, конечно же, играю на изи, потому что меня не интересен именно сюжет. Так, и как тебя запустить-то, господи? Какой кнопкой? А, стоп, тут еще кто-то есть. Какие-то еще две красные точки. Тихо. Ты хотел меня убить? На. Ой, это ты долго заряжать будешь твой арбалет. Все, отлично. Вали, говорит, ведьмака. Сейчас. Так, как с тобой? Изготовить ее к стрельбе. Ага, взвести баллисту. Давай. Давай, детка, заводись. Я сделаю тебе приятно. От меня все девушки без ума, даже баллисты. Все, есть, готово копье, нацелено. А теперь драка. Убить противников. Тихо, не бить. Слушай, я что, регенишь, что ли? А, ну да, я же ведьмак, я регенюсь как лось. Опять он это слово сказал. А, виват. Все. Вот у меня пошлость моя какая в ушах. Стреляй. Ну, стреляй, я сказал. Навести баллисту. Так. Сейчас, ребята, будет залп. Или сейчас новая волна засранцев. Точно, новая волна засранцев. Ага. Нифига себе, как я это сделал. Еще раз хочу. Блин, я их режу, как мясные котлеты.
Может быть, сложность увеличить все-таки чуть-чуть. Выстрелить! Жахай давай, тебе дохай. Вон туда прям, в ворота. Да! Отлично. Хорошо вошло. Все на башню! Все на башню! Кто не с нами тут? Все, я понял. Отлично. А, видимо, вот эта вот большая длинная лестница, это для меня специально сделано. О, привет, парни. Что вы здесь делаете? А этот вообще без энергии? Нет, с энергией оказался. Так, стоп. А? Ножки подрежу сейчас. Он кинул меня топориком или еще чем-то. Да на, на тебе. А какие-то сверхудары-то есть тут у меня? Оп. Ворот. Ворот, выворот. Так, видимо, сюда, в лестницу, в дверь. Нет? Нет, не в дверь. А куда? А, все, вижу, извините. А бочки можно разбить? Нет, бочки у нас неуничтожимые сегодня. Деньги какие-то валяются. Тихо, деньги возьми. Наверх. Дальше бежим. Давай, 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 там без нас уже сражаются. Так, стоп, здесь еще что-то лежит. Тогда я подберу. Кинжал какой-то. Ни шагу назад. А, мясо, парни. Да. Давай, клади их и просто уничтожай. А, втроем на одного, молодцы. Че, по-мужски? Хотя на войне все можно. Что, еще? Еще красные точки. Где они? Вижу. Входим. О, я хочу быть первым. Давай. Я первый. Двери, крушите двери. Эй, с топорами, руби все щепки. Чуваки с топорами нужны здесь. Там какая-то башня еще. Заходим. О, здорово, парень. Как я его грамотно вырубил, да? Давай пока косим его. Кстати, он такой тверденький попался. Слушайте, меня кто-то насилует там со спины. Валим, валим, валим отсюда, сейчас убьют еще. Я какой-то вертухая дал. Меня чуть не убили, ребята. Офигеть. А как полечиться? Просто, наверное, постоять можно, да? Серебряное кольцо с инкрустацией, усиление для доспехов, дратва. Как я жду такой дратва, кстати. Так, здесь какая-то сукно. А здесь деньги. Нехило я так вломился, ребята, меня там чуть не убили. Железное кольцо. Стоп, 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 без меня куда? Я хочу вина по гроб жизни. Не надо без меня уходить. Так. Баллисты туда им, баллисты им туда наверх. Так, это типа главный гад, да? Отступитесь! Мы вас перебьем, как бешеных собак! Ариан Лавалет, с этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан! Я буду обращаться с тобой по чести! Ты задолбал, твое величество! Надо, говорит, ему отрезать яйцо. Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Они отлично защищены. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы из старого барона, владетель этих земель. Вспыльчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Ну давай. Прикрывать ведьмака! Новый уровень. Я не знаю, нужен он мне или нет. О, ты кто такой?
что-то здесь забыл вообще. Так, что такое новый уровень, ребят? Если честно, я вообще ничего не помню про эту игру. И для меня сейчас все в новинку. Если у вас какие-то есть предложения по использованию каких-то кнопок определенных. Ага. Вот. Уровень 2, талант 1. А у меня есть один талант. Я могу что-то выбрать. Бой на мечах. Путь заблокирован, путь мечника. Почему заблокирован, путь заблокирован, путь... Обучение, путь свободен. Ну, если мне нечего больше как выбирать, кроме как обучение, то... Скорость восстановления энергии вне боя плюс 25%. А я могу любое взять. Здоровье плюс 10. Обожаю брать здоровье, потому что я обычно подставляюсь очень капитально. А следующий уровень плюс 50 дает. Ни хрена себе. Все, теперь меня никто не убьет. Ох, ты ж гад, стоит такой тут, нарезает меня. А что за фигня? Я почему-то пустил в них заморозку, а она нифига не пустилась. Какую красоту я делаю, а? На! Отбросим их! Отбросим их. Кого ты там отбрасывать собрался? Сейчас коньки отбросишь. Или копыта, называйте это как хотите. Так, выше. Выше, я сказал. Нет, выше не получается. Да что ж такое-то? О, наконец-то. Давай, давай, давай. Там что это такое? Курицы какие-то? А, это голуби. Ну, я уже сверху. Сейчас, видимо, будет эпичное сражение. Со всеми сразу. Славный Геральт из Ривии. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Давай. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесется к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь еще с нильфгаардцами икшается. У короля целая армия, у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь и их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтостом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят. Ну тогда сейчас я буду... отрезать вам яйки. Уладим это между нами. Да будет так. Вы все, отойдите. Давайте. Нам хоть интереснее будет. Нянька рассказывала мне историю о тебе, когда я не мог заснуть. Больше всего я любил про Ренфри и ее разбойников. А потом я вырос и стал мечтать помериться с тобой мастерством. Мечты сбываются. Давай с этим кончать. Давай, уж диалог какой-то длинный. Он мой. Опа! А, микростан тебе, на? Слушай, ты что-то мне ничего сделать не можешь даже. Что-то все почернело. Видимо, это изи, да? Все такие... сейчас мы будем его убивать. Ну и что? Что ты решишь? Бросай. Отлично. Все, ребята, это победа. Победа побед. Наследник одного из старейших родов Тимерии погиб от руки убийцы чудовищ. Вот они, приметы времени. Тебе жаль Ариана? Нет, он из вымирающего вида. И он был изменник. Рассказывай. Что случилось с драконом, видимо, да? Кстати, а что с драконом? Развалил пол замка, перебил кучу войска и смылся. Что за дракон? Куда? Куда-то в сторону Аэдирна.
Он нас всех едва не сжег. Да ладно. И смотри, какая Ариан она в костюмчике. Встал замок! Открывайте! Ариан жив! Открывайте сейчас же! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Ах ты похотливый самец. Заманчивое предложение. О, смотри, особый отряд короля. Что с бароном? Ты зачем его убил? Зачем его убил? Он сам умер. Эх, не получится нам в шатер пойти. А зря. Иногда нет другого выхода. Вот он кто такой, да? Это особый боец. Верно, Нураша. Докладывай, Роше. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалеты еще держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они? В монастыре. Но данных разведки пока нет. Что такое? Через мост! Ёлки-палки, дракон! Так, видимо, что? О, жесть. Прячься! Дракон! В укрытие! Стоп. Вот здесь стоп, ребята. Вот здесь стоп, и здесь мы сделаем отсечечку. Всем вам спасибо за внимание. С вами был Виктор, это канал Витёк Плей. Ну что ж, Ведьмак 2. Очень интересная затея. Будем смотреть, что будет дальше. Всем спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Обязательно читайте описание. Там будет ссылочка на плейлист. Ну, а если вы поставите, если вы нажмете кнопочку поделиться, я буду счастлив, как ведьмак утром перед боем. Если вы понимаете, о чем я. Всем пока.